Здравствуйте, меня зовут Екатерина Голдина. Вы смотрите программу «Афиша» на телеканале «Самара ГИС». На этих выходных будем отмечать наш самый любимый праздник – Новый год. Праздник волшебства, чудес и исполнения желаний. А как провести последующие за ним каникулы, я сейчас расскажу. В этом году крупных массовых мероприятий в городе не планируется, но тем не менее городские пространства для прогулок украшены сияющей иллюминацией. На площади Куйбышева, которая традиционно является точкой притяжения в зимние праздники, наряжены елки, установлены точки питания и продажи сувенирной продукции. В праздничные дни на площади будут звучать классические произведения, советские и современные песни. Так что минимум один день можно посвятить активной прогулке, а новогодние арт-объекты и световые композиции точно подарят вам хорошее настроение. Также на время новогодних каникул будет организована физкультурно-развлекательная зона «Зимние забавы». На ней жителей и гостей города ждет множество интересных активностей. Площадки для игры в городки и в снежки, лазертаг, снежковый тир, площадка для игры в керлинг и красочная фотозона, чтобы каждый мог поделиться впечатлениями с друзьями. Ну и, конечно, залиты два катка, установлены теплые раздевалки и организованы точки проката коньков. А также построена деревянная горка, так что скучно точно не будет. На стадионе «Самара-Арена» в дни каникул тоже будет интересно. Каток общей площадью 2500 квадратных метров, горки для катания на тюбингах и ледянках, трассы для катания на беговых лыжах протяженностью 1,5 километра. Но это еще не все. Так как 2023 год объявлен годом педагога и наставника, на территории стадиона появится тематическая выставка, посвященная тренерам, спортивным учреждениям и клубам Самарской области, а также полюбившаяся жителям города выставка «Планет». На последней миле установят 25-метровую елку, а также тематические инсталляции и медиаэкран. А для юных жителей города готовят 3D-арт-объект «Дом Деда Мороза» со сказочными персонажами и анимационной программой. Мы прощаемся с 2022 годом и ждем новый, самый счастливый 2023. В новом году желаю вам здоровья и радости, успехов и, конечно, исполнения самых заветных желаний. До скорых встреч! Увидимся!